Лёх, смотри. Вот я тебе покажу, как правило, двигаться ногами, чтобы ты все время был готов играть последующий мяч, да? Вот ты идешь вокруг стола, ой, вокруг стула вот этого, который я тебе поставил, да? И твоя задача, как бы, чтобы ты так шел, чтобы ты все время мог на него сесть. Понимаешь? Для этого у тебя должна все время быть левая нога чуть впереди. То есть ты ходишь под 40 градусов. Да, с тобой вот делаем, смотрим. Вот пошел, смотри, развернулся, повернулся, хорошо. Тут смотри, вот после стульчика ты чуть-чуть заранее не разворачивайся. Вот тут смотри, оп, уже, видишь, развернулся. Вот опять сейчас посмотрим. Так, разворот. Видишь, дальше тебя чуть-чуть отгоняю. Оп, бедрами, видишь, мало помогаешь. Да. Вот сейчас ты правой все равно вот это вот вылезло. То, что правой ногой все равно стремлюсь вперед. Конечно, видишь, старая привычка. И вот этот рост. Вот, видишь, опять, да. Правой ногой все равно стремлюсь куда-то вперед. Ну, конечно, правым бедром. Вот. А ты чуть-чуть держи вес тела в левом колене. По отношению к столу все время. Давай попробуем. Не торопись, вот пошел. Вот тут внимание, переход, да, левой ногой впереди. Пошел. Разворот. Сделай топ-спин. Закройся, да. Пошел. Тут правильно. Ушел. Разворот. Топ-спин. Пошел. Видишь, вот в этом движении ты каждый мяч будешь готов сыграть. Ну вот смотрим тебя. Видишь, разворачиваешься хорошо, надо бедрами наверх, вот тут смотри. И чуть бедрами наверх, видишь? Да, да. Наверх вперед помогать. Угу. Как бы чуть-чуть вырастаешь с мячом, угу. Не только поворачиваешь. Только рука получается, только поворот и рука работает. Нет, корпус тоже у тебя работает. Угу. Просто что... Но вверх не растет. Вот толчковой ноги правой не хватает. А сейчас видел правая нога? Пошла, да? Ну, неправильно. Ну, сейчас посмотрим. Вот опять она. Нет, сейчас более-менее нормально. Вот тут два мяча. Тут чуть-чуть заранее, который мяч второй, вот тут. Видишь, заранее уже повернулся. Да. Чуть-чуть. То есть заранее. Вот тут, вот тут. Видишь, уже повернулся. То есть смотри, вот часто... Помнишь, и ты так делал? Вот покажи, ты пошел при переходе со стула вперед, правой ногой впереди. Вот смотри, вот это уже все, видишь, ошибка. То есть вот это движение уже ошибка. Мяч ушел, то есть ты тут уже упал. Да. Когда ушел, тоже уже не успеешь. Да, поэтому двигаешься чуть-чуть. Да. Видишь, вот так двигаешься. Здесь успел. Да. И сюда, сюда шел, успел. Да. Короче, сейчас попробуем с тобой. Смотри, мы сейчас с тобой видео досмотрим, да? И я тебе еще одно кусочек снимем. Я теперь покажу, как ты бедрами должен расти будешь. Все. Бить буду, да? Если неправильно буду делать. Так, не становись. Ты не быстро? Ну вот смотри. Вот я тебе покажу. Что вы думаете? Так, вот мы стали, да? Так, разворачивайся тебе, как поставить, как стул стоит. Вот стул так стоит. Вот, видишь? Разножка. Да, вот посмотри, вот эти минороды. Вот, видишь, тебе помогаю, да, вот это вот толчковое, угу. Видишь? Совсем другое движение. Ну, единственное, что чуть-чуть больше вперед, видишь? Угу. Вот вперед, как бы, ты корпус телишь на стол. Вверх, но корпус телишь на стол. Угу.
Да, понимаешь? Ну, вот я сейчас тебе, видишь, показываю. Раз. Это ты делаешь. Да. Видишь? А вот видишь, куда я пошел? Раз туда вот. Вот. Вот туда. За мечом, видишь? Угу. За мечом. И кисть показываю тебе, видишь? Помогай. Закрывай кисточку. Угу. Вот. Понимаешь? Вот. Не вот сюда, не вот сюда. Угу. Не вот сюда. А вот бедрами помочь туда, в левое колено. Угу. Понял? В теории, да. Ну вот, давай смотреть, смотри. Мяч. Опять чуть-чуть. Вот, видишь, хорошо. Видишь, добавлять стал? Вот, видишь, добавлять стал бедра. Вот, лучше корпус заработал. Весь, стал играть весь сам в мяч, видишь? Видишь? Только, мне кажется, ноги немножко смещаются, нет? Не, ну, можно, можно, пускай носками помещу. Носками помещу, пускай так будет, становишься. Перепрыгиваю. Нормально, носками помещу, можно. Можно, конечно, чуть больше колена. Но главное, вот помогать мяч, потому что, видишь, если по нижнему потом еще делать, чтобы ты хорошо ногами помогал по нижнему еще.